нас никому не нужен. Че? Мартыш же написал тебе, я не мартыш. Мы ушки совсем одни стали жить. Ах-ха-ха-ха. Что вы смеетесь? Ах-ха-ха, пор. Почему пор? Я же не говорю, знаете, понимаете, я это говорила, когда я сижу, ничего не делаю, ничего не занимаюсь. О! Я еще не работаю, конечно, но буду зарабатывать 5 миллионов. И у меня будет громадная квартира. Но я мыслю реально, и мне будешь давать. А мыслю реально, я думаю, что сейчас есть деньги, я их отложила. И главное просто официально устроиться, чтобы была стабильная зарплата. Как бы я не беру квартиру, почему? Потому что у меня нет работы. Образование. Я только школу закончу, не слушаю, Гань до сих пор под моим крылом. Видимо, батя будет. Угу. Ага, с чего? Вы понимаете, что мою сестру, папа, он ей вообще денег не дает и говорит, в 13 лет самой зарабатывать. Как мне могут купить квартиру? У нас недавно разговор был о том, что дочь, все, тебе 18, птенчик должен вылетать из гнезда, поэтому все, пока. Если ты обомжуешься, типа, будешь жить на улице, тогда я тебе помогу. Ну, нормально, а что? И я ничего не говорю. Я считаю, это тоже нормально. Просто грустно видео свое дальше продавать. Хорош, что ли? Нет, я не продаю видео. Я занимаюсь перепродажами. В 12 лет я работала в папиной компании, но, к сожалению, он мне не платил. Вот, то есть, как бы в 12 лет я была менеджером по продажам и дизайнером. Да, моя сестра также как бы зарабатывает. И эта девушка зарабатывает, значит, что она продает видео себе в нашем. Нет, девушки также могут зарабатывать нормально с трудом. Но в целом это нормально. 18 раз еще кошмар. Представьте, у него самой дочка растет. Так это отлично. Да. Вот, и поэтому у меня есть несколько заработков. Если, допустим, один пропадет, у меня останется еще второй. И мне предлагали завести там OnlyFans, Webcam, и я не соглашалась на это. Я помню, когда, короче, мне банк предлагали, и я такая, нет, сорян. Мне моя репутация важнее, поэтому да. И многие парни думают, что девушки могут только на этом зарабатывать. Хотя сейчас стоит просто такой большой выбор. Ты можешь СММщиком много зарабатывать, а не в отношениях, да, эгоистка. Вебкам